Вот что, приехала я. Отгадайте, куда с трех раз? Все туда же. А иду посмотрю быстренько, что здесь интересного сегодня есть, не есть. Мафия обнаглела уже, он прям возле дерева припарковался, хотя там это не парковка совершенно, но ему. Мафия есть мафия, вы знаете, что им ничего не страшно, им все дозволено, как говорится. Так, что-то здесь дерево какое-то было, вырубили. Так много места стало, да, точно, здесь было какое-то дерево, потому что этого было ничего не видно. Ладно, идем. Девочки, мальчики, всем большой привет. Прежде чем мы перейдем к с вами к барахолочке, хочу вам порекомендовать одну новиночку, которую я для себя приобрела. Это вот такой вот нереально крутой шампунь. Вы знаете эту фирму, я уже вам ее показывала. Много я у них заказываю в течение многих лет. Фирма называется Relaxation. И у них появился вот такой вот новый шампунь с ботановым маслом, который очень-очень хорошо помогает укреплять ваши волосы, тем самым ваши волосы растут длинны и красивые. Вы знаете, что от окрашивания волосы у многих, в том числе и у меня, лезут, выпадают. Вот. Но благодаря вот этому шампуню я уже вижу огромную разницу. Я использовала его несколько раз и продолжаю им пользоваться. Я уже заметила, что волосы стали у меня как более такие крепкие, более такие насыщенные, блестящие. В общем, я очень-очень довольна этим шампунем. Он получается как твердый шампунь. Он натуральный, без всяких химических добавок всего-всего. А здесь вот вы можете прочитать всю информацию, но более подробную информацию об этом шампуне вы, конечно же, можете найти у них на сайте. Также этот шампунь можно приобрести на Амазоне, на Walmart'е и на Etsy. Но я вам оставлю все ссылочки в описании на их веб-сайт, где не только такой шампунь, еще много всякой разной продукции. В общем, всем рекомендую вот такую новинку. А теперь давайте перейдем с вами к барахолке. Ну что, только хотела сказать, давайте порвемся, пока музыка не орет. И врубается музыка, конечно же. О, же ты мой, а. У них здесь точно каждое воскресенье церковь. Ключи. О, мой гад. Ладно, я думаю, буду подключаться, когда они будут эту музыку хотя бы чуть потише делать, потому что в прошлый раз я слышала, я поняла, что вам тоже было слышно, и это просто нереально. Смотрите, какая вещичка модная. Какое-то время назад один из работников мне рассказывали, жаловался, что он не хочет работать по воскресеньям, потому что по воскресеньям он хочет ходить в церковь. И ему сказали нет. Вот так я думаю, может быть, у них сейчас какая-то забастовка, что они по воскресеньям хотят ходить в церковь, но должны работать, поэтому они им здесь, они врубают громкую музыку, как будто бы в церкви. Кстати, да, знаете, в США такой человек может такое сказать, что по воскресеньям я не могу работать, потому что я по религиозным причинам, и это вполне нормально здесь. Но не в Гудвилл, не в Гудвилле. Здесь вы должны, видимо, работать каждый день, постоянно. Что такая за фирма? JK. Она и обрезанные какие-то непонятные. Забыл опять, близко подключила. Вернее, когда включаешь телефон, он автоматически так близко показывает. Нужно отдалять. Сейчас я отдалила. Так. Aerie Size Extra Small. А, я нашла джинсы от фирмы Talbots, размер 14,5. Такие обычные просто прямые, потому что у меня, помните, были, я продала одни. Я продала их дважды. Я продала их на Poshmark, забыла их удалить на eBay, и потом они продались через пару недель еще и на eBay. Да, такое тоже бывает. Какая-то продавщица сегодня здесь новая. На кассе стоит. Смотри-ка, у них этот Louis Vuitton-то купили уже. В прошлой неделе здесь, помните, был Louis. Больше Louis нету.
винтаж какой-то здесь. Так, успеваем, сейчас снимаем, пока они не врубили свою шарманку. А может быть, они просто надоели друг другу, не хотят друг с другом разговаривать, врубают музыку на всю громкость, чтобы не слышать себя. Других, чтобы не слышать, вернее. Они меняют. Вот здесь уже все увезли. Сейчас будут новые вывозить с одеждой. И новые с барахлом тоже сейчас меняют. Бина. Вот мальчик увозит. Сейчас будет новые привозить. Марк Энтони. Джинсы подбираю и летом, и зимой. А помните, я вам рассказывала про кофточку, которая мне от Лили Пулицы нравится? Вот она вот похоже так же сделана. Вот так же. Но с коротким рукавом, как поло-шорт. Но я пока ничего не покупаю, потому что мне нужны... О, смотрите, это костюм. Есть что такое? Типа такая двойка. Мне, кстати, нравятся тоже такие вот одинаковые, знаете, под низ какая-то майка, сверху какой-то кардиган. Было бы же еще это из кашемира, было бы вообще здорово. Точно какой-то винтаж здесь. Кто-то избавился от своего винтажного гардероба. Все вещи, видите, какие-то фирмы, которые... По этикеткам видно, что это все винтажное какое-то. Как же хорошо без музыки же, да? Когда тихо, спокойно, тем более воскресенье. Зачем так над людьми издеваться? Рано утром причем. Так, что-то здесь. У нас завтра праздник, называется Memorial Day, поэтому этот весь выходной Memorial Day Weekend называется. И получается долгий уикенд, поэтому продажи так себе у меня из-за праздника. Многие в разъездах, а из вот. Было бы лакосты, я взяла. Я три или четыре от лакосты такие продавала, кардигана. А из вот что-то... Сам из вот без лакосты не продается. У меня лично не продается. Ну, что здесь интересно? Что-то есть? Нет? Ничего интересного нету. Здесь барахлишка есть. Барахлишка есть какое-то. А в барахлишке только барахлишка. Ничего хорошего. Может быть, и было что-то хорошее, просто уже все давно все разобрали. Это же вчерашнее барахло, в принципе, здесь стоит. Я, кстати, немножечко расчищала свой гардероб. Вон, смотрите, видите, он стоит, разбирает там все. Отбирает, то есть он как-то все-таки смотрит, они что-то подороже, они это не выбрасывают больше. Разбирала свой гардероб и много вещей своих я сейчас буду выставлять, продавать. Хороших причем. Это жалко, но они мне большие стали, поэтому вот так вот. Например, буду выставлять, у меня есть такие брюки широкие, называются Wild Leg от фирмы Alo Yoga, которые я одевала, в принципе, не так уж много раз. Они мне большие, поэтому очень жалко, но мне придется их продавать. Они дешевые, за долларов за 170 я каждый, наверное, их покупала, но продать я не знаю, за сколько их смогу. За 100 продать было бы, и уже счастье было бы, каждую за 100 было бы здорово.
Короче, посмотрим. Что-то еще не помню уже. У меня своих вещей, если честно, немного. У меня своих вещей очень мало. И то сейчас я их должна буду продавать. И... Так, опять что за сумка такая модная? Massimo Dutti. Но она все, видите, в краске. А, Neiman Marcus. Это не Massimo Dutti. Neiman Marcus. Блин. Реально барахло какое-то сегодня вообще. Вывозят новое барахло. Там уже вон побежали. Кто-то уже подбегает. Трогает, роется в наглую. Но они вывозили там точно барахло какое-то. Мусор один. Давайте уже одежду вывозите. В следующей неделе нужно будет ехать не в воскресенье, а в субботу. Был здесь тухляк вообще полный. Тухляк, музыка орет, но народу меньше. Лен, платье за мной. В субботу они очень часто меняют, но народу много. Что делать? American Eagle. Они полупустые бины реально с мусором с одним вывозят. Давайте вывозить одежду. Сейчас раз вытащилась, что ли? Снова у меня бины, которые с другим барахлом напротив. Пошла я в барахлишко, да? Может, что-то и вытащу. Хотя сомневаюсь я в этом. Здесь даже можно не рыться, одним взглядом посмотришь, и сразу все понятно становится, что здесь один какой-то мусор. Так, что это? Вот что это. One size. Один размер. Пойду посмотрю там. Мусор, один мусор. Подобрала только Sticky Notes, новую пачку. Sticky Notes. Пазл когда-то здесь был. Половина этого пазла уже рассыпана. Вот такие Sticky Notes я подобрала. Ну, я такую целую пачку подобрала, мне больше, в принципе, не надо. Мужчина там ходил, подбирал. Отдала ему. Такая модная сумка, посмотрите. Все, музон, музон орет. Это же этот диспенсер для мыла. Они не дешевые. Взяла вот таких два новых. Посмотрим, за сколько такие можно продать. Туда, значит, мыло вставляется, либо хэнд-санитайзер для разных мест, вот, магазинов и так далее. Коммершлс, короче. Сантьяго, блин. Орёт, орёт, орёт. Слышите, как, да? Музыка. Музыка орёт. Вывозят новые бины. Короче, этот диспенсер, если он touch-free, то есть если не нужно его трогать, то $35 новый стоит. А если простой, то $20. Упс. Он мне выпал только что из моей сумки. Супер.
Я решила оставить у диспансера, потому что я там заметила царапины кое-какие, поэтому я думаю, не буду я брать. Жду сейчас, когда они вывезут все с одеждой. Теперь и спереди даже Амазон у нас рубили. Здесь у нас испанский регетон играет, а сзади у нас церковная музыка. О, боже мой. Кошмар какой-то просто. Слушай, что-то вообще не густо. Нашла только что это там, брюки Лора Пьяна. Вова Голф. О, вот это хорошая вещь. Надо взять. Посмотреть, чтобы пятен только не было. Это как джакет, не рубашка. Такие баксов за 50 можно продавать. Брюки, значит, Лора Пьяна, такие просто классические брюки. Размер 6, не знаю. Похоже на мужские, но не знаю, размер 6 мне почему-то говорит, что это женские. Но я сейчас еще посмотрю, конечно же, что почем. Все-таки, да, в субботу самый лучший день сюда приходить. На выходных я имею в виду. Может быть, на неделю тоже хорошо, но на неделю я не хожу, вы знаете, на неделю я работаю. Сейчас они снова здесь меняют эти бины. Эти новые я только половину прошла, так что, может быть, еще что-то найду хорошее. Оранжевые джинсы вот нашла. Кому нужны оранжевые джинсы? Так, все становится жарко, душно. Значит, пора уходить. Что-то вроде я еще нашла, не помню. Что за фирма? Soul Slimming. Chicas. Не знаю, почему я начала думать, что это Lululemon. Но я была не права. Не знаю такой фирмы. Бруклин какой-то. Бруклин еще что-то написано. Вот это Лен. Тото. Вумен. Кардиган с дырами. У меня же на самом деле начинает болеть голова, потому что, говорю, музыка сзади, музыка спереди, вообще просто это нереально. Сумасшедший дом, короче, здесь под названием барахолка, барахлёшка. Барахлёшка — новое название. Style and Company. Я сейчас еще вот эти новые бины дождусь, там тоже пару есть, посмотрю, может быть, повезет еще. Может быть, рано паникую, как обычно. Паникую раньше времени. Что здесь такое у нас? Crimson Tide. Comfort Colors. Так, это кто? Элли. Что? Old Navy, опять же, сегодня много видела. Old Navy я подбираю новые с этикеткой. И они у меня продаются не за дорого. За 12-14 долларов. Но они продаются и достаточно быстро. И я подбираю большие размеры, такие 4 extra large, там 3 extra large. Что вот так вот. А, еще я подобрала какой-то джакет. От Victoria's Secret Pink. Такой мягкий-мягкий.
какой-то с корзиной здесь ходит, блокирует всем вход. Нью-Йорк Лондри. В общем, вы сами видите и понимаете, что здесь происходит вообще. Трэш полный какой-то сегодня здесь. Полный трэш. Я отсюда начала рыться и вот так вот по кругу пошла. А, ну здесь пару бинов я пропускала, потому что там стояли люди. Блин, а. Лора пьяная оказалась с дырами. Поэтому я ее оставляю. Вот они. Лора пьяная, 100% вол. Шерсть. Это у меня Ralph Lauren и вот этот Pink Victoria's Secret. И те джинсы, что я нашла, и записные книжки. Все, три вещи. Это три вещи за час. Нормально, да? Новое барахло не снова вывозят, там люди строятся. Питер Миллар, о май гад. А я здесь просто стояла. Питер Миллар. Класс. Что за размер такой? Размер large. 100% хлопок. Обычная такая рубашка. Надеюсь, что пятен никаких здесь нет. Вот тогда можно смело брать. Ну-ка, это что здесь? А ты кто? Это кто-то другой. Кто-то другой. Ну что, возьмем Питера. Питер Миллар за доллар мне очень сильно нравится подбирать. Полтора часа я здесь провела. Нашла 5 паундов. Заплатила $10.54 и со спокойной душой поехала домой. Сегодня я так сильно не переживаю, потому что у меня, я вам сказала, что у меня много вещей своих личных, которых нужно выставлять, перебирать. Так, я припарковалась. А вот. Поэтому вот так вот. Все, до следующего видео. Пока-пока.